Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Как мы живем во Франции». Меня зовут Вера. Добро пожаловать! Вот только вышла на улицу, сразу увидела машину спасателей, пожарников. Вот такая машина быстро приезжает там, где есть аварии, например, автодорожные. Или, например, если у кого-то сердечный приступ или кто-то в тяжелом состоянии. Вот я подождала немножко, думала, может, кто-то из наших соседей заболел или что-то случилось. Но так и не дождалась. Они, видите, оставили даже мотор включенным, водителя нету, даже стали просто на проезжей части, сзади вот машины, они даже не могут проехать. Видно, кто-то срочно нуждался в помощи. Я надеюсь, что они вовремя оказали человеку помощь, и все обошлось. А мы пойдем дальше. Вот у нас уже везде в городе посажены цветы. За этим смотрят специальные службы, и цветы высаживаются регулярно везде. Погода стоит великолепная, но стало почему-то очень-очень холодно. Холодный ветер и такое впечатление, что зима возвращается. Но мы люди северные, нас это не пугает. Нам главное, чтобы солнце светило. Оно у нас не часто бывает. Пойдем прогуляемся по городу, посмотрим немножко на людей, на прохожих. Вот не по пути встретился цветочный магазин небольшой. Я его еще не видела. Это, видно, новый магазин. Давайте зайдем внутрь и познакомимся. Я спросила у хозяйки магазина, можно ли фотографировать и снимать на видеокамеру. Она мне любезно разрешила. Ой, как я люблю, когда вот используют цветы на вот таких вот велосипедах или на каких-то старинных повозках. Это часто во Франции можно видеть. Это очень красиво, я считаю. Вот я вас приветствую в зеркале, машу вам ручкой. Il y a longtemps que vous êtes ouverte, madame? Ça fait 15 jours. Ah oui, c'est pour ça. C'est tout récent. Ah oui, c'est très très joli. C'est très bien, esthétiquement parlant, c'est très bien présenté. Ah ben c'est gentil. Владелица этого магазина сказала, что он открыт 15 дней назад.
avez même les fleurs sèches. Oui, tout ce qui est fleurs séchées, les petits bijoux faits maison, tout ça. Oui. C'est vous-même qui faites? Oui, c'est ça. Les bijoux, les petites couronnes de fleurs séchées, les pochettes en tissu. Все она делает сама. Например, вот все сухие цветы – это ее рук дело. Подушечки вот декоративные – это тоже она пошила. Бижутерия, которая тоже здесь представлена, это тоже ее работа. Ей вот привезли какой-то товар, грузчик выгружает для нее. Я бы себе купила вот эту композицию. Она мне очень нравится, но у меня нет места дома. А вот ее рабочее место, стойка, где она работает, а сзади вот там немножко видно маленькое ателье, где сухие цветы и все необходимое. Очень славный магазинчик. Мне он очень понравился. А вы, мои уважаемые зрители, что вы думаете по поводу этого магазинчика? Понравился он вам? Жду ваших отзывов. Il y a des belles choses. Viens pour regarder, c'est sûr. Et vous travaillez sur place, si oui. J'ai bien compris. Oui, oui, oui. Écoutez, madame, je suis ravie de voir tout ça et découvrir votre magasin. Bah, c'est gentil, merci. Mais avant, vous avez travaillé quelque part ailleurs? Non, avec... du tout, c'est mon rêve que j'ai mis en place, en fait. C'est ma passion que j'ai mis en place. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Non, j'étais en responsable de magasin avant. D'accord. Pas du tout dans pas le, du tout le même domaine. Du tout. Okay. Je vous remercie. Mais je vous en Она prie. Сказала, что это была мечта всей ее жизни, и вот наконец она смогла открыть свой магазин. Вот уже знакомое вам место, это наш рынок, базар, на котором мы уже с вами побывали. Ну, в этот раз пройдемся просто мимо и немножечко посмотрим. Вот справа несколько ресторанов, но они уже давно-давно закрыты и неизвестно, когда откроют. По дороге домой я зашла в старый город, немножко себя почувствовала не очень хорошо, присела на скамеечку, и тут как раз в 12 часов начали бить часы на нашей ратуше. Вы сами все увидите через несколько минут, а пока посмотрите, какие красивые цветы перед нашей мэрией.
Они все время обновляют эти грядки цветочные. Вот сзади видна ратуша. Вот вдали слева это трибунал. Здесь очень красиво, удобные скамейки. Люди сидят, отдыхают, разговаривают. Но в 12 часов никого уже не будет, все ушли на обед. Вдали вот виден так называемый дом Наполеона, но мы об этом поговорим еще в отдельном видео как-нибудь. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Спасибо вам за просмотр. Если вам нравится мой канал, пожалуйста, подписывайтесь на него. Я буду очень рада. Пишите комментарии, ставьте ваши лайки, задавайте ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.